Остров Мэн открывает двери. Самоуправляющийся остров, подвластный британской короне, открывает двери для тех, кто хочет участвовать в ICO. Как сообщает CoinDesk, Брайан Донеган, глава отдела финтех и цифрового развития Департамента экономического развития острова Мэн, сказал, что зависимость от британской короны создала регулирование, которое позволяет продавать токены с соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег и нормативно-правового акта. Now you clients. Донеган указал, что причина этого решения заключается в возможности для правительств, которые стремятся создать благоприятные условия для организаторов ICO. Остров Мэн уже выносил этот вопрос на повестку дня в 2014 году.